Приветик. Привет. Как дела? Нормально. Как спала? Нормально. Нормально? Рука не болела? Таблетку не надо? Точно? Смотри. Мы сейчас поедем за продуктами. Макс поедет купаться с другом. Время, кстати, уже 12 часов. И потом уже поедем с Ксюшей, куда она хотела поехать сегодня. Ее день. Маргарита, тебе повезло. В прошлый раз Ксюша с детьми оставалась. Да. Но тебе хорошо, то, что у тебя рука, тебе особо... Тебе наоборот хорошо, чтобы ничего не делать. Лежать и отдыхать. Готов? Нет, папа не готов. Макс, кепочку не забудь, ладно? Мы сейчас едем в магазин сначала за продуктами. Вместе с Ксюшей. А потом уже поедем вечером туда, куда она хочет. Нет, нам не надо. Нам не нужно. Нам еще не хватало, чтобы кто-то еще руку переломал. Нет, уберите. Убери, Ксюш. Папа наш похудел заметно. Да. В один магазин сначала заедем сейчас. Спортивный магазин, да? Спортивный магазин. Ксюша хочет посмотреть что-то для своего скейтборда. А потом уже поедем за продуктами. Так, вот он магазин. Скейтборды. Вот, смотри. С желтыми колесиками. Я не хочу новый скейтборд. А, ты не хочешь новый скейтборд? Да, могу. Сколько он стоит? Че, не может стоить 14,90? Может. Лео. А? Ты что, поедешь с Эльки Валику от 14,90? Да. Так. Да, что? Сиевали 14,90. Вот этот красивый. Это такой же, как у тебя, размером? Нет. Больше? У меня он не такой толстый. А, у тебя не такой широкий, да? Он прикольный такой. Прикольный, но мне новый не нужен. Точно? Не нужен а новый. А что, будешь на разных кататься? Ты же сказал, что ты хочешь себе два. А, ты хочешь собрать. Ага. Угу. Для ее синего Макси. Не нашли ничего подходящего, то, что Ксюша искала. Поэтому мы сейчас поедем за продуктами. Потом уже гулять. Да? Растаяло мороженое? Mm-hmm. Да? Надо его заморозить, прийти. Мама, я хочу открыть. Открой. Потом надо тут вот так вот открыть, чтобы тут пластик вытащить. Угу. За продуктами съездили, едем домой. Маргуша нас там уже ждет. Скучно ей одной. Сейчас приедем, узнаем насчет боулинга. Ксюша хочет поехать поиграть в боулинг. Купили скейтборд, он такой дешевый был. На него скидка очень большая. Он стоил сколько? 40? Или 30? Он раньше стоил 50, а теперь 15. 35 градусов. Куда-нибудь бы покупаться, но уже поздно. Уже время 6 часов вечера. Мне, наверное, эту штуку надо купить, и мне еще это надо ключ затянуть. Угу. Потому что оно очень сильно... Да, шатая, двигается. Мы тебе взяли шоколадки. Милка с карамел. С карамел. Милка с карамел. Милка с карамелью и Орео. Оно очень сильно поворачивает. У меня не так сильно. Когда я только что купила, оно мне тоже так поворачивает. Значит, он расслаблен. Так это же хорошо, ты можешь вот так вот поворачивать видишь хорошо. Смотри, как он поворачивает. Нет, если ты только катаешься, это хорошо, когда он так. А если ты трюки делаешь, это лучше. Для трюков. Немножко здесь покоцаны по краям. Да, мой... Нет, мой длиннее. Чуть-чуть поуже, да? Мой длиннее и уже. Да. А этот покороче и пошире. Да. Разбираем сумки. Где-то мороженое было, нужно быстренько убрать. Батя же убрал. Убрал уже папа? Бабушка мне звонила, ты что, не слышала? Нет, у меня пропущено. Я телефон забыла с собой взять. Выгуливала собаку? Да. Получилось надеть ошейник, поводок, то есть. Бонечка. Суши не было, Маргарит. Взяли еще калькулятор Маргарите в школу. Нужен ей калькулятор. Такой вот маленький. На солнечной батарейке. Так что менять не нужно будет. В общем, мы посмотрели боулинг. Он откроется только в 9:30. У нас сейчас только 7 часов. И папа вот сидит, заказывает, бронирует билеты в кино. Все-таки мы пойдем посмотрим перед тем, как поиграть в боулинг. Ксюша решила в кино тоже сходить.
На форсаж. А, ленты с тенски девар. На форсаж. А, очки. Есть. Очки у меня есть, да. Вот, посмотрим фильм, а потом уже пойдем поиграем в боулинг. Все, пока, Маргуша. Макса встретишь, покормишь и спать уложишь. Все, Ксюша, пошли. Приезжаем. У нас осталось еще 20 минут. Быстро мы доехали. За 10 минут доехали? Да. Ничего себе. У нас еще 20 минут есть свободно. Ну, пойдет попкорн. Сладкий. Водичку. Папа выбирает себе. Номер 9. Комната. Мы идем на 4D, кстати. Будем там. Да? Что, тебе мешают люди? Да. Что тут в 9-й комнате совсем другой фильм. Не наш фильм почему-то. В общем, мы смотрели в итоге не «Форсаж». Папа, оказывается, купил билеты на понедельник. Мы пришли, и вот этот фильм был. Он называется «Фри Гай». И он даже намного лучше. Это хорошо, что мы перепутали и пошли на этот фильм. Классный фильм вообще, крутой. Комедия такая, экшен. Здорово. А вот туда прямо. Особенно 4D, это вообще супер. Когда водичка капала, я аж замерзла. Холодно было. Время у нас 10:30. И сейчас мы поедем поиграем немножко в боулинг. И потом уже поедем домой. Позвонили Маргарите, у них все хорошо. Макс дома. Сидят, смотрят телевизор, отдыхают. Луна светит. Идем. Куда пошла? Играть пошла? А? Не хочешь играть, что ли, уже? Космический боулинг. А что ты боишься? Нет. Сейчас папа будет кидать. I've seen those faces. I've heard all the lies. But you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, your mind with doubt. You wanna stay chill right now, and don't let your eyes off the prize. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, see it in your mind, trust that, have what it Нужно брызгать в обувь. Угу. Понравилось, Ксюш? А? Понравилось? Ты сама захотела. Так, все, переобуваемся. Одну игру мы сыграли. Переобуваемся и домой. Все, ребят, поехали мы домой. Все мокрые, у них кондиционеры не работают. Душно, ужасно. Просто еще плюс в масках играть, это, конечно. Мы одну игру сыграли, и все. Ну, прикольно. Понравилось, Ксюш? Да. Да? Все, твой день заканчивается. Было очень весело и интересно.
Ладно, поехали домой, потому что время уже 11:30. Нас ждут. Ой, я ремень не пристегнула. У тебя что-то не очень получалось сегодня. Никак не могла. Несколько раз она сбила кегли. Я один раз сбила страйк. Папа, по-моему, два раза страйк у него был. В общем, папа у нас выиграл. У него было 90 баллов, у меня, по-моему, 70, не помню уже там. И у Ксюши 30 с чем-то. Угу. Вот, так что... Ну ничего, зато было интересно. Ну и перекус, конечно же. Когда мы последний раз кушали дома, наигрались, теперь нужно поесть. Устал ребенок. Нагулялись. Ну, значит, хорошо погуляли. Уснула. Хочу спеть вдвоем. Уснули наши детки. Ты тоже уснула? Нет. Мальчик мой уснул. А мы ему покушать принесли. Он уснул. Все, улеглась. Устала? Угу. Устала. Понравился твой угу. день сегодня? Все сделала, все, что хотела? Угу. Ну все, молодец. Все, теперь спать. Спокойной ночи. Все, ребятки, мы отдыхать. Влог монтировать я уже буду завтра утром лучше. Сейчас уже устала я тоже. Все, пока всем.